С момента открытия купального сезона прошло уже 2 недели. В этой связи сотрудники службы санитарно-гигиенического контроля рекомендуют купаться только в местах, безопасных для здоровья. По словам специалистов, такие места отдыха, как пляжи, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, так как в воде могут размножаться разного вида бактерии, опасные для человека. При проведении мониторинга за май месяц с открытых водоем, это Актюбинское и Сазинское водохранилище, реки Каргала и Илек, было отобрано 18 проб воды на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические, в том числе высокотехнологические, радиологические исследования, и 8 проб почвы на микробиологические, паразитологические исследования. По результатам лабораторных исследований несоответствие не выявлено. На сегодняшний день на контроле управления находится 5 мест отдыха с организацией купания, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение. Это пляж Сызда, пляж Саяхат, пляж под мостом, пляж Семейный и пляж Барбекю. На данный момент 3 пляжа в процессе получения санитарно-эпидемиологического заключения. Остальным владельцам 10 пляжей были вручены рекомендательные письма с разъяснениями о получении разрешительного документа.